На языке Каббала. Что такое экспертная система? На языке Каббалы. Экспертная система на языке науки Каббала — это точка выяснения, в которой я выясняю себя, мир, Творца. Это точка, которая все время меняется, но она должна быть чистой в каждом состоянии. Сама по себе она точка, это точка истины, внутренняя точка в человеке. Это то, что называется точкой в сердце, точка истины. Я не могу отказаться от нее, не могу. Пусть даже убивают меня. Я буду под угрозой, буду в таком состоянии, что будет страх, страх ударов немножечко скроет от меня эту точку, но все-таки она есть, она выйдет наружу. Почему она называется экспертной системой? Система — это все-таки система. Поскольку я связываю ее с еще различными явлениями в себе, и с помощью ее я проверяю их, и тогда я строю из нее этот подход, объективный, так скажем, объективный подход к системе, что с помощью нее я буду относиться иначе ко всем остальным своим системам. Из того, что вы говорите, есть ли такая часть в экспертной системе, которая не меняется, и есть ли та часть, которая находится под влиянием и меняется? Да, я об этом говорил. Точка сама не меняется. Если находится она в человеке как точка истины, то тогда он пригоден к работе на Творца. А экспертная система в желании получать отличается от экспертной системы в то, что вы... Если эта точка работает с желанием получать или с желанием отдавать, это не важно. Я прохожу через все эти состояния. Но система каждый раз меняется, а точка нет. Точка — это требование истины. И что даже с собой я не согласен. Это точка, которая как бы надо мной. Это часть Творца свыше. Творец называется истиной. Поэтому эта точка во мне называется истиной. И я могу быть полностью находиться во лжи. Но в этой точке, из этой точки я гляжу в себя и определяю, что все является ложью и чем-то ужасным. А эта точка все-таки остается.